Много лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии. Соседи были рады угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия, как надлежащую дань. Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Тебе не нравится? Нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое, как вашим собакам. Вот что правда, то правда. И на мой дворянину не худо было променять свою усадьбу на любую здешнюю конуру. Ему было бы светлее и теплее. Куда же ты, Андрей Гаврилович? А на охоту? А? Я до тех пор не намерен ехать, пока не вышлите вы мне царя промушку один мой. Терпеть шутки от ваших холопьев я не намерен. Да я от вас не стерплю, потому что я не шут, а стазинный дворянин. Что, что? Да знаешь ли ты, с кем связываешься? Вот я ж его узнает, как идти на Троекурова. Ромошка, рыжая бестья. Простите, барин, барин, прощаю все. У меня сосед есть, мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... Врешь, братец, как бишь тебя? Шабашкин. Какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы отнять имение без всякого права. Мудрено, ваше превосходительство. Вот если достать от соседа запись... Запись, запись. У него все бумаги сгорели. Как? Бумаги его сгорели? Ваше превосходительство, действуйте тогда по закону. И без сомнения получите совершенное удовольствие. Ты думаешь? Так. Ну, смотри. Да. Я полагаюсь на твое усердие. Ваше превосходительство. А в благодарности моей... Можешь быть уверен. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю.
Верховный суд, рассмотрев дело о неправильном владении гвардии поручиком Дубровским имением, принадлежащим его превосходительству генерал-аншефу Кирилл Петровичу, сыну Троекурова, полагает... Отобрав упомянутое имение 70 душами, землею и угодьями из неправильного владения гвардии поручика Дубровского, отдать в полное его превосходительство генерала-аншефа Кирилла Петровича Троекурова распоряжение. В случае согласия, извольте подписать ваше полное и совершенное удовольствие. Пишите ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие. Пишите ваше полное и совершенное... Как? Не почитай церковь! Прочь, хамово племя! Слыхано ли дело, ваше превосходительство? Псани водят собак в церковь! Собаки! Собаки бегают по церкви! Я вас... Собаки! С приятелями, а долги не плачены. Что? От булочника приходили. Какие? От мясника приходили. Каналья! От приходили. Дурацкий рост. И от соплошника приходили. Здоровье папеньки. Очень оно плохо. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный. Слышно, отдают нас под начал Троекурову. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузарева.
некоторых куров у нас имение отнимают. Не наше холопье дело разбирать барские воли. Чем же вы встали с постели? На ногах не стоишь. А туда ж норовишь, куда и люди. Что с вами, батюшка? Как же это все случилось? Володечка. Кусаешься? Кусаешься? Ну, погоди. Дубровский тебе покажет. Он тебя научит. Папенька, поезжай. Привезите Андрея Гавриловича. Нет, ты посмотри, посмотри, посмотри. Морда, морда. А уши, уши. Порода. Весь моего полкана. Папенька, поезжайте. Скажите, что я соскучилась. Поеду. Поеду. Успокою старика. Это чей ж такой будет? Здорово, дядя Архип. Они кого ли? Подойди к барину Кириллу Петровичу. Поклонись, спроси, что надобно. Да бегом! Ступай, доложи барину. Рад ли он гостю? Превосходительство, молодой барин приказали убираться, покуда вас не выгнали со двора. Ступай, старый пес, со двора. Антон, Антон, за лекарем скорей, барину плохо. Не надобно лекаря. Батюшка скончался.
решению земского суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабаскин. Слушайтесь его во всем и исполняйте все то, что он прикажет. А вы, бабы, любите его и почитайте, а он до вас большой охотник. Позвольте узнать, что это значит. А это значит, что мы приехали сюда водить во владение Кириллу Петровича Троекурова, а иных прочих просить убираться вон по добру и по здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой? А? Прежний помещик волею Божию помрет. А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие, это наш молодой барин Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой барин? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров? Слышите вы? Палки. Как не так? А это что? Бунт? Эй, староста! Сюда! На что надо было смотреть? Ребята! Дальше! Что вы это? Вы губите и себя, и меня? Уступайте по дворам и оставьте меня в покое. Государь, милости, он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему будет за нас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Все мы Божии, государь. Вот уж приберет нас к рукам Кирилла Петрович. Лезь его в хлопки, Сережа. Мы решили с вашего дозволения остаться здесь ночевать, так как уже зимой и мужики могут напасть на нас по дороге. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. У Троекурова и своим плохо приходится. А достанутся чужие, он с них шкуру сдерет. Гонят наших господ со двора. Эх! Всех бы разом, так и концы бы в воду. За нашего благодетеля! Его превосходительство генерала-шефа Кирилла Петровича. Ура!
И так все кончено. Еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Архип. Владимир Андреевич, это вы? Что ты здесь притаился? А топор зачем? Как же без топора ночью ходить-то? Эко не храпят окаянные. Всех бы разом. Не дело ты затеял. Засвети-ка фонарь. И ступай за мной. Чем вы не спите? Да сна ли нам? Тише. Пойди, приведи сюда Егоровну. Да выведи из дома всех наших людей, чтобы ни одна душа в нем не оставалась, кроме приказных. Принесли, барин, сено. Архип, отопри дверь в передней, я, кажется, их запер. Как бы не так. Отопри. Смеетесь, косенята? Божья тварь погибает, а вы радуетесь. Ну, пошли прочь! Прощайте. Мне
здесь делать нечего. Не поминайте лихом. Архип! Прощайте. Архип, а как же мы? И мы с тобой. Ладно, идем. Идем. Разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они грабили помещи дома и предавали их огню. О Дубровском рассказывали чудеса. Я всегда уважал вашего покойного батюшку. Не смей называть это имя! А не вы ли показали на суде, что Дубровский не по праву владеть Кистеневкой? Накормили, можно сказать, насытили. Спасибо. Да, ну и каша. Что, после троекуровских-то хлебов брюхо подвело, а? Ну, ты мне про троекуров не вспоминай. Я был своими руками. Ha 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 ha!
барин. Я столбовой дворянин, полковник партии, его императорского величества. Я вас слышал. Стыдитесь, вы дворянин, гвардии поручик, заодно с этим сродом. Сядь! Опорить моих крестьян. Это мои друзья, с ними я навсегда связал свою жизнь. Пойдем, Володюшка, с ними не наговоришься, целый день не ешь. Иди, иди, я сейчас, сейчас. Прикажите вашим хамам уважать мундир, который я ношу. Из уважения к мундиру господина полковника расстрелять. Удивлялись одному, что поместья Троекурова были пощажены. Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках. А что, поймайте хоть вы Дубровского, господин исправник? Постараемся, ваше превосходительство. Постараемся. А правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского – благодать для исправника. Разъезды, следствие, подводы, а деньги в карман? Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник? Сущая правда, ваше превосходительство. Люблю молодца за искренность. У меня в кармане приметы Владимира Дубровского, ваше превосходительство. А, кстати, прочтите-ка, и мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Приметы Владимира Дубровского. Лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Особые приметы. Таковых не оказалось. И только! Ха! Ай да бумага! Да у кого не русые волосы, да не карие глаза? Вон и седы форжа, карие глаза. Нечего сказать. Умные головушки приказные. Ну, пойдемте. Разрешите откланяться. Куда же вы? Ловим Дубровского. Ах, этот Дубровский. Аломси. Ох.
Каков молодец? Не струсил? Ей-богу, не струсил! Откуда у гувернера пистолет? А не удалось подшутить, Кирилл Петрович. Ночевать мне, вашей конурке. Потому извольте и коррозировался. Беда. Не научился ты мучил по-русски. Беда. Но. Чего? Пусть. Ты не дальше. Прямо он тебе. Спасибо. Чтобы без меня не смел ничего делать. С твоим куром я должен расправиться сам. Ступай. Thank you.
нами заправляешь? Я управитель имения. Исполняю княжеские инструкции. А где ж твой князь? Его сиятельство, князь Верейский, Лондон. За границ! Ну что ж, ребят, хороший у вас управитель. Отпустить, что ли? А?
последний раз поверим. Назад, ребята! Не уйдет от нас троекуров! Гром победы раздался, веселится храбрый зол. Вранье! Все приметы, ваше превосходительство. Братец, уезжай-ка ты, знаешь, куда? Со своими приметами. Ну, как можно верить на слово Спицыну, трусу, лгуну? Он застращал меня пистолетом, взял клятву молчать. Ну что ж, учитель? Нигде не найтись. Так сыскать его! Слушай. Месье де Форж. Я не француз де Форж. Я Дубровский. Не бойтесь, вы не должны бояться этого имени. Я не могу здесь долей оставаться. Я расстаюсь с вами в сей же час. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите, меня зовут. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещаю. Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Маша, не встретила ли ты месье де Форжа? Вообрази. Исправник приехал, чтобы схватить его. Он уверяет, что это сам Дубровский. Бледна, Маша, тебя перепугали. Что ж, учитель? Его сиятельство князь Верейский. А, миль пардон, мон шер вуазен. Вуае, у меня побывал ваш Ринальдо. Времон. Дубровский. В имении пахнет гарью, и я дюфе эссе паутан. Прошу приютить. Сочту за честь, любезный князь. Моя дочь. Прошло несколько времени. Много перемен произошло в семейном быту Кирилла Петровича. Сватовство князя Верейского не было уже тайной для соседства. Я мог бы избавить вас от ненавистного человека. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Бросьтесь к его ногам. Папенька, папенька, не губите меня. Я не люблю князя, я не хочу быть его женой. Это что значит? До сих пор ты молчала?
а теперь вздумала капризничать? Не изволь плачиться. Не губите меня, папенька. За что гоните меня от себя прочь? Вам без меня будет грустно, папенька. Не принуждайте меня. Все это вздор. Папенька. Завтра будет твоя свадьба. Завтра? Боже мой. Нет, это невозможно. Этому не быть. Если уж вы решились погубить меня, то я найду себе защитника. Что? Что, угрозы? Мне угрозы? Дерзкая девчонка. Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский. Добро. Мон генерал. Князь. Ну, дети, посидите, поваркуйте. Мадемуазель, ме комплимент. Бонжур, месье ле принс. Шармант, Мари. Кафе-фу. Вы взволнованы? Князь, откажитесь от меня. Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Не губите мою молодость. Умоляю вас. Ну, ля птиц. Я не в силах подписать свой смертный приговор. Jamais de ma vie. Jamais. Thank you.
свободны. Выходите. Что это значит? Кто ты такой? Это Дубровский. Маша. Я дала клятву. Князь мой муж. Я ждала вас. Теперь поздно. Дерзновенные разбои обратили внимание правительства. Посланы были войска, дабы взять Дубровского, живого или мертвого. Эй, ребята! Солдаты! Эй, на бак! Thank you.
Мужики, Кирилл Петрович, мужики! Что? Где исправник? Да что же вы, Дубровский? Кто вас пустил? Пошли вон! Я к губернатору донесу. Государю! До Бога высоко, до царя далеко. Принимай гостей, барин.